Здесь, в Парагвае, есть свое необычайное кружевное плетение, которое начиналось как просто плетение солнышком, но потом местные мастера сделали очень много самых разных национальных узоров, и получается вот такие воздушные, необычные, яркие украшения, как салфетки, платочки или просто элементы одежды. И вот, и потом вот эти кружева становятся элементами национальной одежды Парагвая. Очень красиво. Все началось с того, что несколько веков назад испанцы показали индейцам, гуарани, местное плетение, которое они увидели на Канарских островах. После этого уже фантазия индейцев и их мастерство просто превысило все, что возможно сделать в кружевных работах. В городе Итаугуа местные мастерицы сделали самые невероятные красоты украшения. Оно напоминает такие легкие и воздушные перья павлинов.